Новая система отопления, обновленные туалетные, душевые комнаты и раздевалки, новое напольное покрытие и спортивное оборудование, яркие стены. По словам директора Самарской школы номер 24 Марины Романовой, дизайн-проект и цветовое решение нового спортзала утверждали всей школой. Это наша задумка, наше решение покрасить его вот в такой радостный оранжевый цвет в сочетании с серым. И оформление, которое написано «Готов к труду и обороне», это уже делали наши сотрудники школы, оформляли вот зал рисунками. Дети с нетерпением ждали, когда же они смогут зайти в новый спортивный зал. В торжественной церемонии открытия спортивного зала приняла участие глава города Елена Лапушкина. Президент в своем послании подробно рассказал о тех инициативах, которые запускаются вновь по ремонту школ, по обновлению инфраструктуры, по пропаганде здорового образа жизни. Вот это и есть пропаганда здорового образа жизни, вот это и есть пропаганда спорта. Я надеюсь, что детям в этом зале будет уютно и действительно будут выдающиеся спортивные результаты в дальнейшем. Капитальный ремонт спортзала провели на средства частного инвестора. Мы рады, что детишки получили новую школу, новую спортивный зал для игр, для развития. Растим новых чемпионов. Ранее за счет частных инвестиций утеплили и отремонтировали фасад и провели текущий ремонт внутренних помещений школы. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.